When we're heading to a new country, we usually have at least an idea of what to expect. But not this time. We're bound for North Korea, which means we're literally heading into the unknown. The elaborate execution of senior officials, tens of thousands of whole families confined to labor camps, and American tourists jailed for 15 years just for trying to take a propaganda poster home. Hunger, destitution, a devout personality cult, and of course, nuclear weapons, missiles, and people in uniform. You're surrounded by them from the moment you step off the plane. Those are the thoughts that occupied us as we flew east. That's the question. What is the real North Korea like? Раннее утро, Пхеньянский аэропорт. Нужно сказать, что выглядит он как и сотни других аэропортов мира, совершенно обычный. Вот есть аптека в нем, есть детская комната. Но что привлекает внимание, на входе в детскую комнату вывеска, где детишки собирают ракету. Это очень по-северокорейски, такой местный колорит. Но в остальном совершенно обычный аэропорт. Вот так выглядит терминал. Здесь есть и магазин Duty Free, и кафе, магазин книжный. И книги там явно не только на корейском языке, потому что покупают иностранцы. И очень распространены здесь книги, которые пропагандируют идеи Чучхе на разных языках мира. Navigating your way through news about North Korea isn't always easy. Very often, anything we hear about the country in the Western media comes from one of just two sources – South Korean intelligence reports or interviews with defectors. Outlets have good reason to publish that information selectively, seasoning it with dashes of tragedy and horror. Over several days, we tried hard to film the real North Korea as we found it. Северной Кореи. Мы сейчас находимся в центре Пхеньяна. Сегодня праздник по поводу 70-летия образования республики или 70-летия независимости, как здесь говорят. Два дня праздника – это фактически два дня выходных. Совершенно уникальный случай для Северной Кореи, потому что обычно всего один выходной день в неделю – это воскресенье. А сейчас целых два – воскресенье и понедельник. И вот сейчас огромное количество народа на улицах. Это совершенно необычная картина для Пхеньяна. Проходят праздничные мероприятия, и парады, и концерты, в которых участвует и лидер Ким Чен Ын. Очень усиленные, скажем так, меры безопасности. Нас забирают мобильные телефоны, например, когда мы едем на эти мероприятия. То есть если мы посещаем какие-то концерты, где планируется также присутствие и верховного лидера, и других высших чиновников, корейских политической элиты, то телефоны отбирают, радио, передающую аппаратуру. То есть даже работаем мы, когда пишем стендапы, например, на камеру, то это проводной микрофон, это не петличка, это не радиомикрофон. We've come here with other journalists to cover the 70th anniversary celebrations marking the North Korea's independence. Not long ago, it would have been unthinkable for major American and British channels to be here in Pyongyang. But now they are, along with others from Brazil, Holland, France, and Canada. We're using every device we can get our hands on, film and digital cameras, and of course mobile phones. There was a time when visitors had to leave their mobile phones in special lockers at the airport. Now though, you just have to mention your smartphone on an arrival questionnaire, but you also have to list any books you have with you. Многоэтажное здание в Пхеньяне совершенно не редкость. Мы живем в гостинице, в которой 50 почти этажей. И вид потрясающий. В таком Манхэттен. The hotel we stayed at was clearly state-controlled. There's a bedside table with an old radio perched on top. It doesn't work, but the thick bunch of wires coming out of it suggests we're being listened to intently. Вот так выглядит Пхеньян рано утром с высоты 30 этажа. Люди едут на работу. Но машин, как мы видим, мало. В основном они, конечно, на общественном транспорте и на велосипедах.
Из соседнего здания, вот, видимо, это здание с вождями, уже доносится музыка национальная корейская. Вообще достаточно современный город, много мостов. Вечером они красиво подсвечиваются, но где-то в час ночи освещение почти всех мостов выключают, потому что экономия электроэнергии все-таки чувствуется здесь, в столице. А вот эта ванная комната в нашей гостинице совершенно стандартная. Обычная ванная, вопреки расхожему мнению, здесь есть и горячая вода, и свет. Свет, кстати, не отключали. Во время нашего здесь пребывания в целом гостиница достаточно приличная, но напоминает обстановку годов 80-х. Cars are far and few between. Traffic jams are a completely alien concept to North Koreans. Our guides tell us that private cars can be bought these days, but they cost almost as much as a laborer will earn in a whole lifetime. Just a few years ago, there wasn't even the possibility of private citizens owning cars. The few that did drive around were either service vehicles or owned by respected artists and athletes or other national heroes. Cars could be given by the party as a reward for services to the country, but buying one was out of the question. Такси здесь достаточно много, кстати, но иностранцам, опять же, запрещено передвигаться по городу самостоятельно, только в сопровождении так называемых гидов. Сейчас мы находимся около одного из самых больших торговых центров в Пхеньяне. И, в принципе, сюда как раз иностранцев и водят, когда они приезжают. Сейчас уникальная возможность у нас есть погулять. Буквально несколько минут по центру города в одиночестве. Почему я говорю уникальная возможность? Потому что всегда со всеми иностранцами здесь ходит сопровождающий человек. А с каждым, кто приезжает с какой-либо другой страны в Северную Корею, всегда есть кто-то местный. Гиды-переводчики, скажем так, они себя так сами называют. Мы подозреваем, что это, естественно, специально обученные люди, и только им позволяется общаться с иностранцами. Вот они с нами постоянно ходят. Они запрещают фактически нам подходить к местным, как-то пытаться с ними заговорить. Эти люди говорят на твоем языке, естественно, слушают, что ты говоришь, о чем ты разговариваешь с коллегами. Не дай бог, не смеешься ли ты над какими-то традициями северокорейского народа или еще что-нибудь, не кажется ли тебе смешным или нелепым в этой стране. И, кстати, когда мы сюда только приехали, нам дали почитать такой документ, в котором было написано, что и как наказывается по закону в Северной Корее. Например, оскорбление национальных символов от 5 до 10 лет. Что подразумевается под этим? Или непочтительное отношение, даже не оскорбление, а непочтительное отношение. Что подразумевается под непочтительным отношением к, например, к флагу или изображению вождей? При этом нам не объяснили. Но когда мы находились в каких-то музеях или на фабриках, на заводах в красном уголке, где всегда висят портреты вождей везде, начинали громко говорить, например, в этом зале между собой или там спорить с оператором, как же лучше это снять. К нам подходили люди и достаточно вежливо, но настойчиво говорили: ребята, у нас не принято в этом зале говорить вот таким тоном, говорите потише, говорите более спокойно, ведите себя более учтиво в этом месте. То есть действительно отношение к вождям здесь совершенно особое. Портреты висят на каждом шагу, на всех зданиях практически, во всех кабинетах. When it comes to the great leaders, there's another phenomenon that surprises all foreigners. In addition to the ubiquitous abundance of portraits and statues, every place that Kim Jong-un, his father or grandfather ever visited is marked by a commemorative plaque and an enormous photo. But it doesn't stop there. Anything that was ever touched by a leader's hand is turned into a sort of sacred relic. It's instantly preserved in a glass cabinet and put on public display. Even the chairs that Comrade Kim sat on when he visited any school, factory, stadium, or museum. Patriotic music still has a leading place in North Korean culture. Anthems and military marches, songs extolling the leader's achievements and the happy life of the people can be heard everywhere. Должны носить повязку. Вот эта повязка, на ней написано «пресса». Ее, кстати, нельзя купить, ее можно только арендовать. Аренда этой повязки стоит $30, 30 евро, вернее, даже. Просто на несколько дней арендовать эту повязку. Все в Северной Корее очень дорого для иностранцев.
общем, показалось, что Пхеньян выглядит как Москва, может быть, конца 70-х годов. Все вроде бы есть и все красиво, но как-то очень непривычно для уже европейского взгляда. Locals pay just 40 won for a kilo of rice, that's less than 1 cent. A ride on public transport costs 5 won, which is so insignificant you can't even convert it to dollars. But foreigners have to pay four-digit prices for just about everything. Как здесь живут люди, насколько здесь тяжелая жизнь, насколько они живут в достатке или нет, информация очень сильно различается. Даже от группы к группе, скажем так. С каждым каналом, естественно, работает свой собственный гид. И, например, нашему каналу гид сказала, что средняя зарплата в Северной Корее – это $100. $100 – это где-то 78 тысяч вон, 78 тысяч в местной валюте. Другой группе гид сказал, что средняя зарплата рабочего – это 1500 вон. На самом деле, где-то от 20-30 до $100, мы так посчитали, это средняя зарплата людей в Северной Корее. Соответственно, рабочие получают гораздо меньше, преподаватели и врачи здесь в почете, и зарплата их больше. Ну и, соответственно, члены партии. Кстати, членом партии может стать не любой человек, это еще нужно заслужить. Несколько наших гидов являются членами партии и этим очень гордятся. No one denies the fact that the country isn't too rich. However, it's always stressed. We might not be rich, but we're dignified. После основания КНДР экономические санкции враждебные всегда бывают. Но особенно это ужесточается 90-е годы, после распада СССР, враждебные силы направляли острие своей атаки на КНДР. Потому что наша страна под знаменем социализма в авангарде стоит. Понимаете? Местные жители достаточно приветливые, это правда. Они тебе начинают махать руками, говорить что-то на своем языке. Привет, привет. Но, естественно, ты их не понимаешь, они не понимают тебя. Очень мало кто говорит по-английски здесь. Практически никто. Даже элементарных, самых простых слов, типа «привет», «сколько стоит», никто здесь не знает. Сейчас наша съемочная группа пытается заказать чай в местной лавочке. Но если без помощи гида, вот, кстати, наш гид, мне кажется, не поймет никто и никогда. Сейчас мы с вами попытаемся это сделать и узнаем, вообще говорят ли здесь хоть кто-то по-английски. Hello! Hello! Это небольшой рынок, и здесь маленькие ресторанчики, где действительно можно увидеть местных, которые просто приходят, что-то покупают. Can I have some tea? Чай. О чем я и говорила. Люди здесь, в принципе... Сказала, что кухню нельзя. Давай. И снимать, короче, здесь тоже нельзя. В торговом центре снимать нельзя. Это сразу запрещено. Но мы пытаемся снять что-то на скрытую камеру. За нами постоянно ходят офицеры госбезопасности и просят нас телефоны убрать и камеру убрать, стирать то, что мы записали. Мы пытаемся от них убежать и хоть что-то снять, чтобы показать реальную жизнь Северной Кореи. Это настоящие люди, которые ходят, просто покупают какие-то вещи. В принципе, даже есть что-то на русском языке. In fact, anything to do with prices, wages or local currency conversion is a mystery and involves a whole bunch of unknowns. Try as we might, and we did try, to convert the food prices that we saw with our own eyes into more familiar currencies, we always ended up with amounts that defied all logic and were massively different. So eventually, we gave up. Очень много людей в этом торговом центре. Не знаю, потому что выходной сейчас или просто здесь всегда столько много людей. Напоминает этот торговый центр такой типичный, большой, столичный, московский, наверное, торговый центр годах 60-х, 70-х, то, что мы видели в фильмах. То есть несколько этажей, эскалаторы,
На одном этаже продукты, на другом этаже косметика, на третьем одежда. На самом деле показалось, что ценники по-русски и по-корейски написаны разные цифры, потому что если соотнести среднюю зарплату корейских служащих с этими ценниками, то получится, что человек в месяц может купить, условно говоря, несколько пачек сигарет или пару килограммов сосисок и одну бутылку какого-нибудь крепкого алкоголя. Естественно, это все не так, поэтому мы просто пришли к выводу, что для иностранцев и для местных ценник очень сильно различается. Только что удалось нам развенчать еще один миф о Северной Корее, о том, что нельзя местные деньги держать в руках иностранцам, что их вообще даже не дают, потому что на них нарисован вождь. На самом деле, вот они, местные деньги. Нет здесь портрета вождя. Это 500 вон. Не очень большая сумма. Достаточно симпатичные деньги. Это совершенно новая купюра. И, пожалуй, я ее даже заберу с собой. Посмотрим, отберут у меня ее в аэропорту или нет. Вот, кстати, мы купили в местном супермаркете энергетический напиток, соответственно, северокорейский. Местного производства обязательно попробуем сейчас. We're at a spinning mill where genuine mulberry silk is produced using traditional techniques. We were told that there are more than 1,500 workers here, producing about 40 tons of silk a month. It's a non-stop production plant where people work in 3 8-hour shifts. The length of a working day is another facet of North Korean life that's shrouded in mystery. Foreign media often insist that workers toil away from morning to night for 11 hours a day with barely any days off. But whenever we had the chance to speak to any workers, they all kept saying that they work for just 8 hours a day, thanks to the care of comrade Kim Jong-un. It's true that they do only have one day off a week, and that's Sunday. In fact, everything that happens in North Korea happens thanks to the leader's care. At least that's what all the Koreans who agreed to speak on camera kept telling us. Тут написала открытку домой. Электронной почты здесь нет, зато есть обычная наша советская почта. И, кстати, марки, как собственные сами почтовые карточки, очень отражают идеечки. Как только мы сюда приехали, сразу же бросилось в глаза то, что не ловит никакая сеть здесь. Европейская, американская сим-карты просто здесь не работают. Здесь только своя сеть Koreolink, она называется. И более того, сим-карты для иностранцев и для местных, они различаются. Twitter здесь, например, не работает, Instagram тоже не работает. Их даже открыть, в принципе, невозможно. Ни с мобильных устройств, ни с компьютера. Так вот, чтобы иметь возможность переписываться просто в WhatsApp, ты заплатил $250. При этом за $250 у тебя 50 мегабайт интернета. 50 мегабайт. То есть тебе хватает для того, чтобы отправить, ну, не знаю, несколько десятков сообщений в WhatsApp. Но при этом и это уже считается огромной привилегией для иностранцев. Иметь мобильный интернет можно вот таким способом. Для местных нельзя никак, это фактически уголовная ответственность. Интернет в стране запрещен. У них есть какая-то местная сеть, в которой они могут открывать несколько местных сайтов. Там, условно говоря, магазин какой-то местных товаров, сайты об истории, естественно, партии, о биографии лидеров, истории борьбы северокорейского народа с оккупантами, захватчиками и прочими внешними врагами. А вот только эту информацию могут в локальной сети жители Северной Кореи посмотреть. Более того, почему я сказала, что сим-карты различаются для иностранцев и для местных? Потому что нельзя позвонить с сим-карты, которая рассчитана для иностранцев, нельзя позвонить на местные номера. И то же самое нельзя позвонить с местных сим-карт на эти специальные сим-карты, которые для иностранцев. Здесь буквально несколько каналов.
This is the farm cooperative kindergarten. Here we continue to ask around about work conditions. Strangely, when we asked how long is the working day at this farm, a guide, who usually speaks excellent Russian, replied, at this farm they grow cucumbers, tomatoes and cabbages. While the parents work in the fields, their children go through their morning warm-up and learn to sing patriotic songs. Здесь можно купить и продукты, и чисто корейские товары, но поскольку это магазин внизу гостиницы, в холле, то цены здесь соответствующие. Они даже больше еще, чем в том супермаркете. Хотя и в том супермаркете цены были для иностранцев. Собственно, можно купить и северокорейские сувениры, какие-то магнитики, чай. Здесь, кстати, очень любят женьшень. Настойки, водка, все тоже с женьшенем. И, собственно, корейская еда. Несколько ресторанчиков с корейской и китайской едой. Just like anywhere else in the world, people here love singing karaoke, eating out, and going to the movies. But they also join in with parades, rallies, and torchlight processions. They only happen during major holidays, but preparations start many months in advance. You mean the torch parade? Mm-hmm. It means all of the youth, Korean youth, to party in the torch parade, and it shows the strength of our youth and the decision of our youth to firmly carry out our party's line and about their decision to divert their life to safeguard our spring weather Korean Kingdom. You see lots of people in military uniform in the streets of Pyongyang. North Korea's army is the fourth largest in the world. Military service is mandatory for all citizens. They join the army straight after finishing school. Women serve from 3 to 7 years, and the men for up to 12 years, depending on their service branch. The parade celebrating the Republic's 70th anniversary was quite unique. Not just because tens of thousands of people marched in step, chanting greetings to the leader, while forming various shapes and demonstrating amazing coordination. All that has been seen and done before. What even surprised experts on the region was that there were no ballistic missiles to be seen among all the cutting-edge weaponry and heavy armament. I think when you visit any country in the world, you always expect a picture that you got from the media, and I got a picture from the media in Denmark that is not quite the same as when you arrive to a country and talk to people. They are on a path towards some kind of more peaceful approach, and the same is probably the south. And you know, there are a lot of stones on the road, but they don't want to, you know, miss the road. They want to go on the road. И, видимо, сейчас Пхеньян действительно показывает, что они настроены на диалог. Огромное количество журналистов, которые они пригласили освещать эти мероприятия, всего лишь доказательство такого настроя Пхеньяна. North Korea is multifaceted. It has a demonic image, as encouraged by the world's media, and another side that can only be seen by the few journalists, academics, and tourists who get the chance to actually visit the country. However, we're sure that there's a lot more to North Korea, and that we have barely scratched the surface of the whole picture. There's yet another country, one that's hidden from prying eyes, one that might soon vanish without trace, because the growing trend towards openness to the world cannot be ignored, even here.